на набор кружек с росписью, который называется «Город мастеров». В первую очередь шикарнейший подарок, потому что в комплекте вы получаете 6 кружек и еще и чай. 890 рублей цена сегодня вместо цены в 2000 и выше, которая была раньше. Выгода 1100 рублей вы получаете. На выгоду приобретаем еще другой цвет. Итак, зеленый цвет с ромашками, фиолетовый цвет с фиалками и красный цвет с розами. И к каждому комплекту идет вкуснейший совершенно подарок. Это цветочный чай «Ирис». В нем содержатся лепестки календулы, лепестки василька, розы. Удобно и практично для вас. Вот, ты знаешь, я хочу его сразу, так сказать, занюхать. Аромат, да, вкусить. Ой, ты знаешь, пахнет невероятно совершенно этот чай. Это что-то волшебное. Вот сейчас я немножечко выну, чтобы вам показать. Вот они, те самые лепестки василька, розы, календулы. То есть чай с натуральными травами. Насыпай прямо в кипяточек, насыпай. Вот я готовлю чайник. Так, в термос мы сейчас с тобой засыпем. Да. Ой, а можно прям в термосе заваривать? Конечно, можно заваривать в термосе. Уже аромат пошел. И будет не хуже, поверь мне. А вы знаете, да, что всего 5 минут достаточно любому чаю для того, чтобы вдвое увеличить объем кофеина. Минутка такой полезной информации для тех, кто... Смотри, вот мы зарядили сюда травяной чай. Так. Чуть-чуть он постоит, настоится в условиях термоса, это всегда происходит эффективнее. И дальше можно наливать его в замечательные, красивые, хендмейдовые кружечки. А давай об них поговорим поподробнее. Что значит хендмейдовые? Хендмейдовые, это означает, что они были расписаны вручную. Вручную? Каждая кружка, сидел мастер и каждую индивидуально расписывал. А при этом мы, когда мыть их будем в обычной мойке, грубо говоря, не сотрется вот этот вот рисунок? Нет, это специальное термическое покрытие, которое не позволит смыться никакому рисунку. То есть сначала сделали индивидуальный рисунок, а потом его закрепили? Да. Вот оно. Посмотрите, вы получаете 6 кружек, сделанных вручную для вас. Вы получаете и 6 кружек, и чай. Все за 890 рублей. В каждой кружечке не просто так. В каждой кружечке 300 миллилитров, между прочим. Не много и не мало, а в самый раз, чтобы чайку попить. А можно уже налить? Думаю, что еще минуточку. Мы пока расскажем про ассортимент цветов. Ну, хорошо. Итак, какие цвета у нас есть? Фиолетовый с ирисом, пожалуйста, красный с розами, зеленый с ромашками. Вот вы скажете, зачем мне такой набор? А вот как часто к вам приходят гости? Вспомните те бокалы, которые вы выставляете. Разнобой, разносортицу, скорее всего. Конечно. Вы будете наливать любые лимонады, соки, компоты. Так еще и чай, оказывается, можно наливать в эти кружки. Кстати, здорово взять сразу несколько цветов. Например, приходят же гости там и с детьми, и мужчины, и женщины. Для мужчин поставить, например, фиолетовые. Для женщин поставить красные. А для детей и подростков, например, зеленые. Почему бы нет? Это создаст сразу атмосферу праздника и атмосферу правильного семейного чаепития. Но я тебе так скажу, что 300 миллилитров не только же чай войдет, несмотря на то, что кружки подходят для раскаленных напитков. В это войдет и морсик, и летом это все вместе будет шикарно смотреться на любом столе. Вот фиолетовый такой цвет пользуется максимальной популярностью, поэтому, если вам нравится фиолетовый, самое время попробовать для себя удобство с телеканалом «Дисконт». Это хит продаж. За 890 рублей 6 кружек и чай. Вот 23 830. Держи.